пожалуйста. Типичный саламандр. У меня в паре Геллер Гриндевальд, и можно меня пожалеть заранее. Так, наши слова это... Тихо, это Добби. Спасибо. Большое спасибо. Так, наши слова это Добби, вонзить и локоть. И я как Хаффлпафф вообще не соединяю третье слово, вообще ничего не вижу такого в этом. Бан Гринготс, дальше Саламандр, это я, спасибо. Ильвер Морни, если кто-то не знает, это школа в Америке. Беллатриса, видимо, Лестрейндж, это... Это не школа в Америке. Нет, это не школа, зато Лестрейндж, моя бывшая женщина, очень грустная история. Розовый, Фестрал. У меня проблема. У Гриндевальда проблема, удивлен ли кто-нибудь? Я нет. Фестрал и слово «носок». Придумали ли мы историю? Нет, но мы будем импровизировать. Мой питомец лежит тут. Итак. Какого черта? Добби вонзил локоть в Беллатрису. В банке Гринготс? Нет, в школе Ильвер Морни. Ты потерял девственность, Саламандр? Я умираю. Я Саламандр потерял девственность. Проблема в том, что в три слова оставшиеся это розовый фестрал и носок. И между носком и розовым фестралом я выберу носок. В таком случае... В носке твоя сперма? Я Хаффлпафф, ну чего ты? Розовый... Все хорошо, чем та история, когда я выебала фестралы. И розовый фестрал унесет нас из этой неловкой ситуации, а я его переручу, и все будет очень здорово.